Семейный отдых без последствий. Трагические события в торговом центре «Зимняя вишня» доказали, что когда дело касается безопасности детей, надзора много не бывает. Движение «Народный контроль» инициировало по всей России проверки детских развлекательных центров. В среду ивановские активисты посетили первый подобный объект в регионе, расположенный в одном из торговых комплексов. Самое главное – это разрешение на проведение данных мероприятий. То есть необходима лицензия, необходимо соответствующее количество персонала, необходимо соответствующие правила пожарные, конечно, в первую очередь безопасности. Что касается пожарной безопасности, то здесь придраться не к чему. Да и вряд ли найдется центр, который не прошел бы за последние полгода десятки проверок прокуратуры и МЧС. А вот то, как огорожены аттракционы, вентилируются помещения, содержат ли его в чистоте, проверяют редко. Руководитель игровой комнаты согласился провести экскурсию и ответить на все вопросы. Это тоже показатель. По каждому элементу, по каждой зоне игровой нам было рассказано, в общем-то, полностью информации, да, какое количество деток посещает. Здесь есть еще такие нюансы, что обязательно нужно соблюсти там возрастной, ну, определенный возраст, да, что есть определенные там моменты, нюансы, и люди здесь контролируют. Персонал за этим очень четко смотрит. Поэтому, ну, как мне кажется, на мой взгляд, все было до нас донесено в полном объеме, и мы получили такую, ну, более широкую информацию. Активисты народного контроля планируют посетить каждый детский досуговый центр и составить список недочетов. Несерьезные рекомендуют устранить, по более весомым обратиться в контролирующие органы. Наталья Гутарина, Анатолий Логинов, РТВ Иваново.